Подведены итоги международного конкурса «Послы Победы». Участие в нем приняли более 5000 волонтеров со всех регионов России и 42 стран. Активисты предоставляли видеорассказ о себе, своих достижениях и добровольческом движении, об истории своей семьи в годы войны. В итоге одними из лучших признаны сразу две работы ямальцев – Бахар Велиевы из Ноябрьска и Виктора Алехина из Муравленко. Полный список из 200 имен и 20 резервных опубликован на сайте движения волонтеры-победы.рф и в соцсетях. Главной наградой для победителей должно было стать участие в параде Победы в Москве, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вопрос участия остается открытым.